Не думаете ли вы, что в эпоху интернета роль родителей как советчиков свелась к минимуму? Миш, никогда, ни при каком интернете, ни даже в цифровой цивилизации не будет того, чтобы роль родителей минимизировать. Вы понимаете, родитель не учитель, не вожатый, не страховщик, родитель – защита. Это человек, который не просто отделяет тебя от смерти, который стоит между тобой и смертью. Это вот ты всегда можешь туда прийти. Родитель, особенно отец. Но если нет отца, приходится матери это делать. А это щит от мира, защита универсальная. Слово «щит» очень скомпрометировано, конечно, английским языком. Но это защита универсальная. Щит and match. Говно и спичка. Для меня как раз родительская защита, родительская помощь – это то бесспорное, что есть всегда. И это в интернете, не в интернете, это непобедимо.